Значит, опять обновки. На этот раз это тумба под телевизор, получается, подвесная консоль. Ну, телек, понятно, не будет на ней сидеть, телек, конечно же, будет висеть. Такая тумба, боже мой, вот этот вот цвет дерева, венге называется, вот он прям вот идеальный цвет, тон дерева, вот какой он должен быть. И, получается, серые такие рифленые фасады, тоже довольно-таки хорошие, мне они понравились. Так, тут инструменты где... Вот, вот тут можно посмотреть, наблюдать его. Вот такой, то есть красивый прям. Все, так что как раз куда-то документы тут с нашей сложить. А, значит, игры как раз в коробке 4, наверное, разберутся и поместятся сюда. И самое главное, кто делает ремонт, да, конечно же, это укрепить заднюю стенку. А у нас там, то есть, и гипсокартон, и фанера. Вот, чтобы, да, керамогранит, он тяжелый, телевизор будет висеть. Сейчас тумба эта тяжеленная просто. Вот этот размер, чтобы вы понимали, 2400 он. А, то, конечно же, да, надо укрепить стену, чтобы, да, на нее столько много всего вешать. Просто так взять и повесить это не получится, да. Надо заранее это все укреплять, чтобы это была надежная конструкция и уже не волноваться. Вот. Тут, значит, что инструменты, боже мой, потом это опять убираться, пылесосить, никогда это не закончится, мне кажется. Тут, значит, тут Наташа, мы сегодня посадили цветочки, вот, которые я показывала. В обе купили вот такие вот суккуленты. Это толстянка, а это алоэ пятнистая. Это замиокулькус, а это каланхоэ. Вот, такая красота. Все пересадили, и вот такие вот они будут стоять, получается, на вон там вот, на подвесной этой тумбе, вон там вот сверху будут стоять. И доедем еще в обе и куплю еще другие горшки. Хочу прям целую коллекцию. На улице там такой красивый. Уже, конечно, закат мы пропустили, потому что у меня был рабочий созвон на час, наверное, где-то. И поэтому закат мы пропустили, идем сейчас просто. Идем сейчас просто, они, чуть Наташа, получается, погуляет с Богдасей, а я пойду на замер второго проекта своего. Опять, это уже, по-моему, четвертый мой замер на этой квартире. На этой квартире, конечно, желание заказчика – это закон, да, вот. Поэтому идем заново перемерять в четвертый раз. Все, поднимаемся на третий этаж. Скорее всего, в этом влоге будет много каких-то вставок с рабочих процессов, потому что у меня добавился еще один проект. Короче, скоро у меня появится проект в декрете. Вот. Идем замерять все. Так, пришла я, значит, на второй свой объект. У нас тут возвели уже стены. Это, значит, будет у нас гостевой санузел. Тут, получается, встраиваемый шкаф в прихожей. Тут большая такая кухня-гостиная. Тут вход в спальню во взрослую, там балкончик. Тут первая детская. Такая вот у нас огромная большая ванная, которая будет вот с сауной. И там вторая детская. Сейчас, значит, что мы начинаем? Мы замер, я не знаю, какой это уже замер, что по счету, но желание клиента закон, поэтому замеряем все по новой. Значит, все, пока нас устроили, поехали заново все уже по стенам, которые возвели. Thank you.
Я, значит, замерила уже половину квартиры. Вот. В спальне нет освещения, там есть освещение. А сейчас я на балкончике. Тут классные такие панорамные окна. Очень жалко, что заказчики не захотели сносить вот этот вот дебильный блок. А то в спальне было бы классно. Такое, конечно, освещение панорамное. Было бы очень много солнышка. А Богдан, значит, с бабушкой гуляют. Сейчас они вот тут пойдут. Я буду кричать. Увидят, не увидят меня. Блин, какая красивая наша ЖК. Там, правда, вон соседи уже видно, что не очень. А вот и они. Вот они ходят, гуляют тут. Круги наматывают. Видят меня? Увидят, не видят? Нет, что-то они меня не видят. В общем-то, все, значит, замерила. Теперь осталось это все начертить, значит, в архикаде. И можно приступать к планам по электрике. А, значит, что, пока я тут была, мне позвонили еще по краскам. Пришлют мне, значит, курьером эти веера красок. Вот, и на следующей недельке отправлю им паралу цвета, которые будут на первом объекте. И они их привезут, и мы посмотрим, что как. Вот, так что их надо еще выбрать, все им понаписать. И очень я рада, что мне пришлют веера, потому что с ними, конечно же, намного удобнее, да, не по квартирам ходить, примерять сразу. И это именно краски, которые работают только с дизайнерами, то есть просто обычный покупатель не может к ним прийти и купить. Но также у них есть сегменты и бюджет, и люкс, что тоже удобно. Потому что все клиенты бывают разные, понятное дело, и все квартиры мы делаем, конечно же, да, на разный бюджет. Поэтому тоже очень классно. И это новые краски на рынке. Ну, как новые? Относительно новые, да, конечно, не как были до этого, да, тот же Little Green, Deluxe, конечно, они, да, у нас у всех Тикурилы, да, они у нас давно. Относительно эти тоже давно на рынке. Вот, я жду, пока не скину сейчас презентацию. Я с ними хотела до этого сотрудничать, но потом что-то как-то не срослось, я не помню почему. И сейчас до меня опять дозвонился их менеджер. И наконец-то я взяла трубку, что очень было мне удобно сейчас. Вот, так что мы с ним поговорили. Жду веера, потом тоже вам покажу. И все. Короче, идем домой готовить ужин. Наверное, там Саша с папой уже собрали ТВ-тумбу. Вот, и что, и по-быстрому, наверное, сделаю макароны с этим, с тушенкой, с луком. Вот, так что все, идем. Значит, наконец-то все закончили собирать такую красоту. Боже мой, ну класс, вообще класс. Теперь осталось это все протереть, вот тут вот все убрать и наконец-то все сюда поскладывать. А это провод для подсветки под тумбой. Вот, прям по контуру будет. Тоже 2400. Тут такой фасад, тут полочки, тут такой ящик открывающийся. И там тоже дверка в бок открывается. Такая красота. А мы садимся ужинать. Боже, у нас такое кайфовое солнце уже. Прям в радость работать. Значит, я заказала такой вот на Озоне, не помню где. Значит, грызунок от Kinder. Я точно такие же дарила вот девчонкам-близняшкам. Им прям понравилось. И я решила теперь такую же заказать Богдану. И тут то, что классно, что есть ограничитель, что он не затолкает себе до рвотного рефлекса. Вот, так что сейчас мы это наденем, все помоем и покажем, да? Нравится Богдану? Не нравится. Но я думаю, ему зайдет. Боже мой, какая красота! Солнце! Лучи солнца, кайф! Помыла, значит. И вот тут такие вот идут, получается, щеточки. Прям как будто зубная щетка маленькая, детская. И потом также вот она сказала, подружка, что удобно наносить сюда гель для зубиков, когда начнутся резаться. Так что пробуем. Давай, новый грызунок пробуем. Давай, в прямом эфире, Богдась. Как тебе? Держишь? Давай, как тебе? Понравится, не понравится? Да куда ты бежишь уже? Боже мой, болтушка. Болтун, а не ребенок. Да? Ну, ты выронил что-то. Богдань. Да грызунок бери, попробуй. Да, кулаки и так с тобой всегда.
Смотри, как приятно. Кстати, нам педиатр уже сказал сейчас на осмотре, вот мы в 3 месяца были, что у него уже нижняя челюсть, она прям готова, верхняя уже тоже. Но он, слава богу, не капризничает из-за этого. Но пальцы постоянно во рту, слюни, да? Давай пробуй ее про СТ. Ну как? Кстати, в 3 килограмма этот молодой человек весит 5800, и рост у него 63 или 64 сантиметра, я уже точно не помню, но я все записываю. И в телефон в заметке, чтобы это всегда, если что, с собой было, и в его дневник, получается. Прикинь, у тебя есть дневник, целый дневник. Ну как? Как тебе грызунок, Богдан? Нравится? Ты еще не оценил, да? Еще, значит, у нас есть такая игрушка. Это вообще моя обезьяна. Это я с ней в детстве. Даже не в детстве, наверное, мы ее купили. Была какая-то коллекция, я не помню, в каком магазине. В общем, собирала я такую коллекцию. Но собрать не удалось только вот такую обезьяну. Еще у меня есть козлик, получается. Это как символ года был. Вот, такая классная обезьяна. Я, конечно, все постирала. Он до этого с ней игрался в детской кроватке, которая у него в детской стоит. А сейчас я ему даю ее так поиграть. Боже, как мне нравится снимать солнечным светом. Это ж кайф. Какая красота. В общем, ему так понравилась эта обезьянка. Да? Привет, Богдан! Да, давай. Он с ней обращается, как мутузик с грелкой просто. У них и драки, он ее и целует. Что он так с ней не делает, да? Ну, в общем-то, что-то пока не оценили мы, конечно, грызунок этот. Вот, может, попозже понравится. Попозже, да, тебе дадим еще попробовать. Скажи, обезьяна лучше всех. Куда? Куда ты? На кого ты так нападаешь? Ухэ, на кого ты так нападаешь? Да? Гой? А еще он научился просто все кидать и швырять. У нас гриб летает, обезьяна летает. Да? Ты теперь умеешь швырять, да, все? Как кинет, так кинет. Да? Ой, такая красота на улице. Мы сегодня уже сходили, погуляли. Я его уже нарядила, значит, в весенний такой комбез легенький. Красота. Вот тот тоже ходит, гуляет. Скоро будем на террасе гулять. А я все сижу, значит, работаю. Это вот у меня какой? 4-й проект. Да, 4-й. Сейчас будем делать ванную. Наконец-таки я нашла джинсы. Я их забрала уже все с Озона. Вот такие вот на весну. Прям, мне кажется, класс. И майку забрала. Вот это вот мне понравилось, как сидит. А, тут прям вот хорошо, что такие вот они тоненькие, прям вот тонченные. Вот. И наконец-то я откопала свои ремни. Вот. То есть под кроссовки, сверху кожанку. Вообще огонь. И еще, наверное, у этого же производителя, продавца, закажу другие майки в другом цвете. Просто такую серую я точно хотела. Мне понравилось, как мне идет такой серый. И так как такой серый меланж, это сейчас тренд этой весны. Поэтому такой серый точно должен быть в гардеробе у каждой сейчас, так как это прям трендовый цвет. Вот, и джинсы прям хорошо сели, они прям вот по росту идеальные, я люблю рваные, у меня вот есть одни, вот эти будут вторые, а все остальные у меня, ну, обычные, не рваные, вот, и очень мне понравилась и джинса такая плотная, тоже прям красивый цвет, такой, знаете, вот не темный и не слишком яркий, и вот серый меланж этот. Вот, и сейчас еще, значит, померю брюки палаццо я забрала, и потом покажу немножечко бьюти-распаковку на своем новом косметическом туалетном таком столике. Вот, ну, в общем, я прям довольна. Мне прям очень нравится.
Да-да-да. Или под пиджак. Прям огонь. И при этом стоили вообще что-то недорого. По-моему, 1400, а майка рублей 500, по-моему. Я, в общем, уже точно не помню. Так прям хорошо. Какой кайф, когда на улице такое солнце. Боже мой, какая сразу кожа красивая, блестит. Чтобы я была загорелая. Но, кстати, водичка от Pussy мне очень нравится. Но все равно она придает такой легкий, знаете, оттенок загара. Кстати, еще хотела обсудить тему по поводу кожи. Значит, до родов, во время родов, после родов. Значит, до родов, до беременности у меня довольно-таки была кожа не айс, у меня были высыпания, акне. В беременность это вообще пропало, то есть там были прям минимальные какие-то высыпания, 1-2 прыщика и все на этом. После родов кожа реально, я не знаю, ну понятно, да, прям идеал, конечно, это такого нету, но по сравнению, как у меня было до этого, это реально идеал. Просто, потому что бывает, да, вот тут одно какое-то выскочило, что-то высыпание, прям вот, ну, минимально что-то. Просто до этого, да, до родов реально у кого были высыпания, у меня была проблемная кожа, мне это очень дико бесило, нервировало, чем я только не мазала, что я только не делала, это никуда не уходило. А теперь после родов, как и говорили, но я хотела, да, конечно же, это на себе проверить, кожа реально в хорошем состоянии. И сейчас, получается, в апреле, я надеюсь, что я дойду до косметолога, она посмотрит вообще состояние моей кожи, надо ли мне что-то сюда вколоть куда-то, потому что вот тут у меня есть две морщинки, потому что у меня очень активная мимика, и вот тут бы в лоб я себе чуть-чуть бы чего-то вколола, чтобы, ну, по рекомендациям, да, если она мне подскажет, ну, увидит, да, и скажет, что, типа, ну, не мешало бы, да, например, то я бы с удовольствием что-то вот сюда, наверное, вкольнула бы, потому что вот тут две морщинки у меня, они чуть-чуть подвешивают. Носогубок так таковых у меня нету, межбровка мне тоже все устраивает. До этого, когда я ходила на консультацию, когда я делала губы, это было 3,5 года назад, понятно, сейчас уже весь препарат вышел, это мои чисто уже губы, вот. Но я бы хотела бы еще сделать губы, и я у нее тогда спрашивала, а что мне можно еще сделать? Она говорит, ну, в общем, ничего вам не надо делать. Вот, губы она мне, да, тогда сама, ну, порекомендовала, так как у меня довольно-таки большой лоб, чтобы все было прям гармонично, она сказала, да, что верхнюю губу можно было бы немножечко вкольнуть препарат и сделать ее попухлее, так как нижняя у меня губа хорошая, вот. Ну, верхняя тоже, в принципе, ничего. Так что теперь я не знаю. Хочу, короче, я жду апреля, чтобы я пошла к косметологу, чтобы она посмотрела на состояние моей кожи, потому что мы не молодеем, конечно, да, но ничего лишнего нету. Вот сюда, вот, да, в скулы я бы ничего не вкалывала, мне нравится, как у меня выглядит овал мой, то есть он у меня довольно-таки такой, знаете, графичный, геометричный, не знаю, как это правильно сказать. Вот, поэтому сюда бы ничего не вкалывала, в скулы тоже не вкалывала бы, меня все это устраивает. Единственное, что я хотела бы, да, это, наверное, губы чуть-чуть попухлее. Все на этом. Все остальное меня устраивает. Все остальные бы укольчики я бы сделала только какие-то или витаминчики, или вот, да, вот, вот тут, вот от этих вот двух морщинок я бы избавилась. Потому что их я вижу, больше нигде я не вижу, слава богу, морщин. У меня кожа комбинированная, то есть у глаз даже у меня морщин таковых как нету. Еще у нас, значит, просыпается Богдан, поэтому, вот, скорее всего, наш рассказ о моей прекрасной коже заканчивается, подходит к концу. И какое же бомбезное солнце. Я прям кайфую. Еще у нас висят шарики, вот тумба, а мы идем к Богдану. Ну да, красота, красота, какой. Кто так улыбается? Кто так ржет? Я не могу, Богдан. Муа. Да куда ты меня за волосы-то?
Ты такой носик сладкий. Будешь так чёрчать? Похоже? Кто такой миленький? Спасибо. Вообще мы пришли менять подгузник. Но каждая замена подгузников у нас вот с такими обнимашечками. Целовашечками. Да? Дай. Кто такой сладкий? Боже мой, я не могу. Короче, меняемся, идем дальше работать. Дай. Да, кто-то проснулся уже. И, значит, вот такие вот штаны, вот килоты, палаццо, не знаю, все по-разному их называют. Значит, у меня рост 156, но вот эти вот, они идут 152. Это идеальные штаны, вот у кого, да, рост такой маленький. Вот. Такие бежевые. А, и, кстати, сейчас пока с мамой разговаривали, она тоже себе такие закажет. И я себе еще заказала такие же, только серые. Вот, потому что материал мне очень понравился. И самое главное, что они вот по длине прям идеально, что их не надо подрезать. Вот, еще Богдан такой большой. Я до сих пор не понимаю, и в моей голове не укладывается, как этот ребенок обещался во мне. Понятно, что да, он сейчас уже вырос. Но в моей голове до сих пор не укладывается даже, в принципе, как он родился 3800, как 3800 помещалось там во мне, как это? Не знаю. Да, Богдась? Все, давай, хопали. Богдан плавает. Все, разгибаем. Богдась, давай. Давай, потом потрогаешь свои коленки, ладно? Гап-фигап, умываемся. Птички умываются. Все умываются. Давай, шею моем, да? А то у нас там столько всего, конечно, да, насобиралось. Подожди. Грибы найдешь. У нас сегодня не погода. У нас сегодня дождь. Ливень проливной. Опа. Красиво. Магдану нравится дождик? Скажи, еще мне что-то в рот бы попало, да? Ага. Ага. Агу. Агу. Агу, мой зубастик. Агу. Ага. Ага. Хопа, 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 на. Так, кто повылазил? Кто такой на фоне? Кто такой миленький? Кто такой милый? Кто? Мой маленький носик. Ну что, идем одеваться? Давай, вытираемся, вытираемся и идем. Да? Булочкин. А, так, значит... Купаю я вот в такой конструкции, потому что у нас ванная 65 сантиметров в высоту. А, и очень довольно-таки сложно бы стоять было, если бы ванная вот эта была вот там внизу. Поэтому лайфхак. Покупаем такие вот табуретки, самые обычные. А, это удобнее, чем доска, потому что доску потом некуда пристроить. А на табуретках потом могут сидеть гости.
Вот, и тут такой гамак. Вот для новорожденных, прям вот до 3 месяцев, это идеальная штука. У нас была горка пластиковая, но она мне не очень удобная. Она мне не очень понравилась, вот. А вот этот вот гамак прям вообще классный. Так что его на самом деле реально советую. Вот, поэтому нам было очень удобно вот так купать. Но я сейчас заказала уже коврики такие мини от Roxy Kids. Они вот придут скоро. И я их, получается, буду клеить на ванную, в ванную на дно и по бокам, чтобы он игрался с ними. Вот, так что последние разы мы тут купаемся в этом гамаке, да? И будем переезжать в большую ванную, как взрослые. Все, идем, значит, одеваться, да? Мазаться всякими кремушками и ложиться спать, укладываться, да? Кто такой хороший? Молодец. Жопочка такая. Тихо ты, господи, ты куда так собралась ты? Ты что такое? Сидим-то. Давай, мажемся, кремом. Что такое? Боже мой, полегче, пожалуйста. Куда ты бежишь? Богдан, ты еще не можешь бегать. Куда? Ты сказал, как? Нос чистить. Будешь кричать? Или все хорошо у нас пройдет? Еще разок и все. Полегче. Ты чё дерёшься-то? Да? Что? Где твои расчёски? Скажи, какая она красится. Расчёсываешь, не расчёсываешь. Всё стоит, да? Как ты это делаешь? Арр, 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 мур. Тебе буква Р нравится? Мур, 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 мур. Конечно, как же нам еще не поболтать, да? Скажи, что это такое тогда будет? Кстати, уже все, заканчивается упаковка. Но я заказала уже следующий размер, получается, эти 4,8, а я заказала 9,11. Все, пусто. Будь здоров. И чихай, ты болтай, все на свете.